3 марта 2023 года. Нахожусь недалеко от дома 36-38 по Синоцкой набережной. Специально приехал сюда, чтобы заснять место, где раньше была перехватывающая парковка метро Александра Невского. Сейчас здесь начинают строительство, а точнее восстановление храма. Вот самое начало, только забор сейчас здесь. Собственно, вот этот дом по Синопской набережной 36-38. А вот это место, где у нас возрождают храм, который был разрушен в 30-х годах прошлого века. Ну, посмотрим, какой здесь будет храм. Пока здесь ни информационных табличек, ничего нет. Посмотрю еще с другой стороны. Обхожу с другой стороны. Вот у нас дом Синопская, набережная 32/35. Здесь тоже никаких информационных табличек пока нет. Кто строит, когда начали, когда закончили, пока не понимаю. Вот пошли строительные бытовки, а там вот вроде вход на стройку. Подойду туда сейчас, посмотрю. Ну вот, нашел я паспорт объекта. Восточная дома 30, литер А, по Синопской набережной. Археологические раскопки объекта культурно-археологического наследия, фрагменты фундамента храма святых благоверных князей Бориса и Глеба 1869-1882 года и прилегающий культурный слой. Заказчик, кто делает, телефон. Начало работ 19.12.22 года, окончание 31.05.2023. Ну, собственно, все правильно. Сначала археологические раскопки, потом, если все нормально, восстановит храм. Будет еще один храм на Синопской набережной. Ну, а рядом здесь еще есть что восстанавливать. 3 марта 2023 года. Синопская набережная. Санкт-Петербург.